Образцовому хореографическому ансамблю «Сказка» исполнилось 25 лет. По этому торжественному случаю в зале городского центра культуры и отдыха собрались родители нынешних воспитанников коллектива и выпускники прошлых лет. Сейчас в ансамбле «Сказка» занимается около сотни ребят. Талантов много, мы их выращиваем, мы раскрываем эти таланты. Приходят детки все одинаковые, ничего не могут, ничего не умеют. Самое главное – разбудить в них это творчество. И сейчас на них приятно смотреть. Программа вечера состояла из лучших номеров. Сказочные дети показали все, чего удалось достигнуть. Были здесь и ностальгические номера прошлых лет, и новые, с которыми нынешние дети неоднократно побеждали в различных российских и зарубежных фестивалях. Мы каждый год куда-то ездим. Мы ездим либо в какой-то дальний город России, либо вообще в другую страну. Например, 2 года назад мы ездили в Чехию, Германию и Болгарию. Это было очень здорово. И мы там заняли 1-е места. Сказочные дети занимаются несколькими видами хореографии – эстрадной, современной. Обязательно учатся классическим танцам, а также занимаются йогой и гимнастикой. Это большая дружная семья, которую не хочется покидать. Перед занятием стараемся приходить за полчаса, чтобы еще там поиграть в прятки, в догонялки. Мне мама записала. Мне понравилось, и я осталась. Не могу идти, потому что мне тут очень сильно нравится. Руководители коллектива очень любят танцевать и стараются передать свою любовь детям. Педагоги с душой подходят к своему делу. В этом и кроется секрет успеха, а также долголетие творческого коллектива. Любовь Почерникова, Андрей Синьволков, РТВ Иваново.